Доброго времени суток. Очередные советы от компьютерного чайника. Вот у меня старый планшетник. Старый планшетник китайский. Текстет. Так, сколько же он у меня уже лет? Уже, наверное, лет шесть. Да, семь, седьмой год. И в последнее время стал плохо заряжаться. Я почитал в интернете, что не торопитесь обращаться в сервисный центр. Проверьте разъемы. Проверьте вот эти разъемы. Ну, сейчас-то я этот разъем почистил. Может быть, он и будет лучше работать. А так у меня был... Я вспомнил, что у меня есть набор вот таких разъемов. Таких разъемов. Вот один из них, во-первых, так подошел, что сразу зажегся сигнал, вот этот сигнал зарядки моментально. Так, и вот буквально, буквально, если за всю ночь он у меня зарядился до этого, ну, где-то процентов на 5, то уже сейчас, уже сейчас, так, прошло примерно сколько времени? Ну, минут 15, минут 15 он у меня зарядился на 10 процентов с помощью вот этого разъема. Вот таким вот образом советую использовать эти вот разъемы, набор этих разъемов. И, возможно, это поможет вашей подзарядке. Всего вам доброго. С вами Шаховцов Виктор Анатольевич, частный преподаватель математики.